Здорово, народ, добро пожаловать на канал Неплохо Маклай. Я сегодня на уникальном мероприятии, это кулачные бои, реконструкция реальных кулачных боев, и сейчас реально будут драться люди. Давайте посмотрим, должно быть круто. Огороженная 18 на 9 метров. Ага. Правила рассказывают. Человек, приемами ударной техники руками. Пытается вытеснить или, так сказать, выбить команду соперников за периметр. Судьи внимательно сидят за процессом. И в случае касания третьей точки земли, вытеснения за периметр очерченной линии, игрок выводится из игры. Или же участник получает точный удар. Друзья, слышно вам правило? В общем, получается вот такой прямоугольник, две команды по 7 человек. И по команде люди начинают бить друг друга без борьбы, только удары руками. Если есть касание третьей точки земли, то человек выбывает. Все, посмотрим. Удар проходим. Одеваем амуницию. Команда из Курска, да? Так, ну это, естественно, будет все в перчатках. Команда «Двуглавый орел», черные футболки, вот, да, красный шлемак. И ребята без футболок в синих шлемах, это команда города Белгород, команда «Звезда». Так, пока наши участники так, готовятся. Белгород, судьи и орел, друзья, делаем ставки, кто кого. Команда города Курска, «Двуглавый орел», ребят, заходите в поле. Команда города Белгород, «Звезда», заходите в поле. Так, и микрофон судье для напутствия команд. Еще раз добрый день, повторяю, важные правила. Удары, атаки, удар, толчок только областью перчаток. Ни локтями, ни плечами, ни коленями, ничем иным, только областью перчаток. Атака сзади запрещается. За совершение атаки сзади боец будет удаляться сразу. За пределы поля. За пределы поля. За пределы поля. Шаг за предел поля. Готовы? Готовы? Внимание! Бой! Так, друзья, первая схватка закончена. Красные победили. Это было быстро и круто. Будем смотреть дальше. До 3 побед. Внимание! Оп, 30 секунд. Еще быстрее закончили. Надо защищать. Так, ну что, третий исход, друзья. Пока счет 2-0. Пусть готовы. Смотрим. Внимание! Бой! Команда
акцент. Один акцент. Во всем поединке. За явным преимуществом. Победа команды «Дурс». Команды на центр, пожмите руки. Итак, дорогие друзья, поприветствовали команды, поздравили бойцов. Друзья, вот так вот девушки, проходят вот соревнования по кулачным боям, еще. Стенка надо на стенку. Мне показалось, что это очень круто. Надо потренироваться, в следующем году поучаствовать. Вот. Это был Миклух Макфлай, друзья. Подписывайтесь, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Пока-пока.